Здравствуйте, в эфире программа «Репортер», с вами Евгений Луценко. Сегодня у меня репортаж про звезду. Манящая, настоящая, в Самару приехала Ирина Слуцкая. Почему ей в разгар лета в Самаре подарили пасхальные яйца? Зачем спортсменку повезли из кафе на Волгу? И почему она вернется вновь в сентябре? Все подробности под лозунгом «Вставай и беги» в следующем сюжете. После перелета сразу в кафе, но Ирине Слуцкой здесь чай не наливают. У нее дела поважнее будут. Уложенная прическа, аккуратный костюм по фигуре, высокие каблуки. Держится идеально, улыбается от души, но видно, все равно волнуется. Она и не скрывает, до сих пор очень переживает перед каждым разговором с журналистами. Если нет волнения, то это говорит о том, что тебе, наверное, все равно. Слуцкая через каждое слово повторяет «Вставай, беги!». Этот лозунг – причина ее приезда. Спортсменка, чемпионка и красавица взялась оздоравливать всю планету. Ездит по городам в поддержку благотворительного марафона. В начале сентября она в числе первых побежит и по Самарской набережной, обещает, что ни разу не собьется с ритма. Она этот ритм себе задает каждый день. Сейчас я для того, чтобы поддерживать свою физическую форму, я сама бегаю. Не каждое утро, но стараюсь не пропускать. Участие в благотворительном марафоне платное. За то, чтобы пробежаться не просто по набережной, а обгонять Слуцкую, придется выложить больше 1000 рублей. Но это не коммерция. Организаторы обещают, что на вырученные средства лишь самарские дворы обогатятся. Кому-то поставят хоккейную коробку, кому-то спортивную площадку. Героев будет выбирать в том числе и сама спортсменка. Но это еще не все. По большому секрету, Ирина Слуцкая признается, возможно, в Самаре скоро откроется ее школа. Вы не представляете, насколько это здорово, когда ты приходишь на открытие сезона, на зачеты, когда я прихожу, курирую ребят на тренировки, как у них горят глаза. Время пресс-конференции истекает, принимающая сторона просит минуточку внимания. Ирине Слуцкой вручают подарки, вернее, ее детям. Сама мама в шоке. Посреди лета гостеприимные самарцы дарят чемпионке пасхальные яйца. Ну, сначала всей семье. Это вот такие пасхальные яички, это работа ручная моих студентов. Это можно дарить круглый год, это ручная работа, это для вас, как для хозяйки. Для вашей Варвары есть такой маленький сюрприз. Это кукла ручной работы. И, как мне сказали авторы, напоминает немножко ножки фигуристки. «Вставай, беги!» Журналисты бегут на фуршет. Слуцкая только успевает посмотреть в сторону пирожных. Опять не до чая. Олимпийская чемпионка остается голодной. У нее следующая точка – Самарская набережная. Здесь будут снимать ролик в поддержку марафона. Она выходит из черной блестящей иномарки. Спортсменка побежит совсем не в спортивном. Майка со стразами, джинсы и кеды. Это не мешает тренировке и разминке. Она очень красивая. И мне очень нравится, ну, как она катается, нравится ее профессия. Мне очень нравится, я прям фанатка, можно сказать. Красивая, умная, добрая. Дистанция 200 метров. Фигуристка финиширует в компании бегунов. Стоп, снято. Дальше у Ирины Слуцкой деловые встречи. Она машет рукой на прощание волжским просторам и обещает вернуться уже этой осенью. В общем, вы поняли, к чему готовиться. Время еще есть. Лично я уже побежал. Увидимся завтра.